Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Помощник в решении домашних заданий. Номер 7. Урок 20. Блиц-турнир. Составляем буквенные выражения при данных условиях задач. А. На одном сеансе в кинотеатре побывали А-человек, а на другом на 70 человек меньше. Сколько человек побывали на двух сеансах? А – это количество человек на первом сеансе. А – минус 70 раз на 70 меньше количество человек на втором сеансе. Складываем количество людей, побывавших на двух сеансах. Б. В первом пансионате отдыхает Б человек. Во втором – в 3 раза больше. Значит, Б умноженное на 3. Насколько меньше отдыхающих в первом пансионате, чем во втором? Б умножить на 3 и отнять Б. Количество отдыхающих в первом пансионате. Их меньше. От большего отнимая меньшее. В. В автобусе ехало Н человек. На остановке вышли С человек, а вошли Д человек. Сколько человек стало в автобусе? Н минус С прибавить Д. Г. Выставку детских рисунков за 3 дня посетили А человек. В первый день ее посетили Б человек, а во второй день в 2 раза больше. Сколько человек посетили выставку в третий день? Если всего выставку посетили А человек, а нам нужно найти, сколько человек посетили выставку за третий день. Значит, от всего количества мы отнимаем первый и второй день. Во второй в первый Б, во второй Б умноженное на 2. Складываем количество этих людей. А – это количество человек, которые посетили за 3 дня. Отнимаем первый и второй день, находим третий день. В 5 одинаковых автобусах можно разместить x человек. Сколько человек можно разместить в 8 таких автобусах? X разделить на 5 – количество человек в одном автобусе, умножить на 8 – количество человек в 8 автобусах. Возникли вопросы? Оставляйте комментарии под видео.